спальня рум, но, по крайней мере, тоже прямое включение из нашей школы диджеев в городе Ровно. Первый наш выпуск. Ямба-шоу представляю. Диджей Ямба-шоу. Граунд, сенсей, один из преподавателей нашей школы. Сейчас мы пойдем у него возьмем интервью. Как вы думаете, будет из них толк? Да. Вы полностью вложились в их обучение? Да. Вы полностью вложились в их обучение? Конечно. Молодец, поздравляю. Одна единственная девушка у нас в группе играет немного интеллектуальный саунд, но это есть очень хорошо. Я слышу, а почему? Ты бы сам его не наложил. Говорит, Аня в диджейском языке это говорит, не смиксовал. А? Не смиксовал. Ну, на диджейском разговоре. Что можно и докладывать. Или закладывать. Я думаю, она сегодня уже будет просматривать 500. Да ладно. Да. Я хочу просто
Да я выключаю уже, не переживай.